Всем привет, мы снимаем блог, влог точнее, блядь, по руфингу. Мы поднимаемся, сука, на самую высокую точку пионерского лагеря. Это очень опасно, не повторяйте такое. Вот мы и на крыше. Да уж. Вид неплохой. Самое главное, никуда не провалиться. О, гадкие руферы лезут. Да, вышка, конечно, прикольно. Если спалит на ней. Да, по головке не погладит. Чё? По головке, говорю, не погладит. Угу. Я, кстати, не знаю, там камера не стоит. Не откупишь уже. Да нет, что-то мне кажется, что нам самим будет хуёво, если мы не залезем. Ну это тоже возможно. Типа, блядь, излучение это довольно-таки хреновая вещь. Да, наверное, да, полезем. Не знаю, вроде. Может быть. Кстати, смотри-ка, здесь... Здесь же, по-моему, с нашей территории спокойно туда можно пройти. Ну, по идее, да. Ну, это хорошо. Тут вроде ничего нет. Аккуратнее, ты сейчас со снегом съедешь. И писец. Да тут вроде нет ничего, забыл. Ну да, типа, насколько я вижу, что... Можно спокойно сейчас завернуть и пройти туда. Это хорошо. Хотя даже если бы забор был, перелезть там изи. Чё там? Да. Ты спускаешь? Да. Перчатка летит, бля. Бомбардировка перчатками. Санчес, я прыгаю, поймаешь? На тебя прыгаю. Сейчас я поспрыгну, короче, этот балкон провалится. Я знаю. Ты снимаешь? Не знаю, да.
ты монтировать умеешь? Нет. Вот там вы, потому что там годноты не так много. А, у тебя альпин, как и у меня. И дальше ты у нас ты его, наверное, не видел? Нет. Попробуй вот так не сходить, не сможешь? Ну, давай. Иди сам снимай. Иди давай. Вот этот человек взял, не заснял ничего. Наверное, видел сверху, не заснял.